Я играл за ветеранскую команду вашего города. Это было 2 года назад. Я видел этот зал, он мне нравился уже тогда. Но то, что вы сделали сейчас, это вообще, ну, как бы сказали в Одессе, не лезет ни в одни ворота. Потому что это великолепно. На фоне того, что вообще со спортом, в частности с волейболом, происходит в нашей стране, это просто фантастика, это удивительно. Я прекрасно, я много лет был тренер, много лет был спортивным функционером. Я понимаю, каких усилий это требовало, насколько это сложно, насколько это удивительно в наших условиях. Что сказать, ну, что команде пожелать? Команда хорошая. Я смотрел вчера игру, они играли с бронзовым призером прошлого года. И впечатление такое, что они играли с командой даже не на один уровень ниже, а на 2, то и на 3 уровня ниже по подбору игроков, по организации игры. То есть получил удовольствие. Конечно, разочарованся уровнем Луцка, но очень приятно удивлен уровнем всего. Я не скажу команды, ну и команды, естественно, в том числе, уровнем проведения, красотой этого зала. В Украине такого за всю, по-моему, современную историю не было. Просто я получил огромное удовольствие. Мне приятно, что я здесь, и приятно, что я это вижу. И я удивлен, что это еще в Украине может произойти.